Здравствуйте! Начинаем серию видеоуроков по ремонту фенов и машинок для стрижки волос. В этом уроке я расскажу и покажу, как самостоятельно заменить аккумулятор в машинке для стрижки волос Moser 1871 Chrome Style. Итак, снимаем нож. Откручиваем два винта торксом номер 7, или в народе ее называют звездочкой. Можно в крайнем случае воспользоваться плоской отверткой, подходящей по размеру. Раскрываем машинку. Снимаем аккумулятор. Ставим наш новый аккумулятор. Аккуратно все укладываем в исходное положение, закрываем крышку и вкручиваем винты. Ставим обратно нож. Все, ремонт по замене аккумуляторов закончен. Теперь остается поставить машинку на первую зарядку на 10 часов. После этой зарядки машинка готова к работе. Любые запчасти на Moser, Oster, Babyliss, Kaifin и другие можете приобрести у нас на сайте. С вами был Алексей Журавлев. До следующих видеоуроков.